Если вы умеете писать реакции, уравнивать их, и главное понимать смысл, что здесь произошел обмен ионами. Барий вместо хлора соединился с сульфатом, и образовался сульфат бария. А водород соединился с хлором, образовалась соляная кислота. Вот если вы это понимаете, то здорово. Самые обычные, нормальные школьники, восьмиклассники, девятиклассники, они, естественно, ненавидят химию. Ненавидят, потому что не понимают. Потому что они приходят на урок, и там идет разговор на каком-то другом языке, непонятно. И вот самое главное закладывается в начале. Если ты сможешь этот язык понять, то тогда ты будешь понимать химию. Особенно я люблю классы, которые живые, которые заставляют меня полностью изменить тот урок, который я запланировал, потому что их мышление, их желание что-то познать увело меня в сторону. Конечно, мне нужно, чтобы они что-то определенное знали, но самое ценное – это то, что они захотели узнать сами. Вот этот углекислый газ начинает выделяться вверх. Ну и, естественно, Даня обращает внимание на то, что нужно уравнять реакцию. Вроде так. Проверяем. Водород... Два калия. Два калия. Ну, все правильно. Есть. Тогда вместо стрелочки что поставим? Знак равно. Знак равно. Итак, спасибо, Даня. Первая реакция. По специальности я генетик. Из меня пытались сделать специалиста по генетике человека. Генетика мне действительно близка, родна, интересна. Кроме того, это очень полезно для ЕГЭ, потому что там есть много вопросов и генетических задач, и вопросов по генетике. Мне интересна биохимия. Мне интересно везде, где нужно думать. Поэтому там, где есть логические задачи, там, где есть эксперименты. Поэтому на каждом уроке мы решаем какие-то проблемы, задачи. Потому что сейчас уже учитель не является каким-то носителем знаний. Потому что знания можно нагуглить. Вот смотрите, Софа сразу захватила этот электрон. Но вы одинаковые по силе, вы два атома водорода. Поэтому вы образуете общую электронную пару, сложите общую электронную пару, и она находится между вами. Маша, пузыри идут. Девчонки, посмотрите, поднимаются пузыри от газа. Это выходит водород. Моя задача не столько рассказать что-то, сколько заставить думать и научить применять эти знания для решение каких-то задач, которые могут быть совершенно не связаны с биологией. Любой предмет, он предполагает не только изучение каких-то фактов. Любой предмет предполагает развитие общеучебных навыков, которые будут нужны всем без исключения, в каких бы сферах деятельности не пришлось работать нашим выпускникам. Итак, у нас вот здесь в пробирке сейчас находятся гранулы цинка. А вот Марк, как мужчина, будет аккуратно. Марк, как мужчина, будет доливать туда соляную кислоту. Давай, пузырьки будут очень мелкие. Давай. Опа. А вот теперь смотрите. Дай. Я сейчас каждому покажу. Посмотрите, от цинка отходят маленькие пузырики. Видите? Мне чертовски интересно устраивать некие общие баталии на уроке. Когда
Каждый пытается сделать что-то свое. И вот из этих маленьких фрагментов, которые делают каждый из ребят, вырастает что-то общее. Ну, например, открываем планшеты, где у каждого есть свое задание по химии. Ну, что-то там про кислоты, например. И вот когда каждый по отдельности что-то делает, и мы видим на экране, как появляются выполненные задания, вот целиком вся реакция правильная, и это свойство, и это, и это. И вот как весь класс видит, что из их усилий складывается нечто общее, там, химические свойства кислот. Это бихромат аммония. Поэтому, если вы напишете в поисковике «бихромат аммония», найдете, не сейчас, найдете на Ютубе, например, видосик, то он будет примерно такой же, как то, что вы наблюдали сейчас. Может быть, красивей, а может быть, у нас самый красивый вулканчик был. Образовался вот такой вулканчик с жерлом внутри. А мы пока не будем трогать, там же все горело, конечно, горячее. Мне очень нравится, когда разговор о чем-то конкретном по биологии уходит в сторону. На каких-то ассоциативных связях, которые возникают у меня или у ребят. Потом, когда мы пытаемся восстановить ход наших рассуждений, а как мы вообще пришли к этой, вот к разговору на эту тему, мы все удивляемся, Господи, насколько же интересно, разнообразно и непредсказуема жизнь. Чаще седьмой, восьмой класс я сталкиваюсь с тем, что мне нужно их угомонить. Наоборот, мне нужно как-то весь их интерес направить все-таки в ту тему, которую мы должны изучить, а не заинтересовать. У нас нет классов, где приходишь в тишину и начинаешь что-то вещать, и пытаешься чем-то заинтересовать. И я очень радуюсь тому, что это на самом деле очень логичная, очень стройная и четкая наука, оказывается доступной и понятной моим ребятам.